гордостью демонстрирует свою сольную программу по спортивной аэробике. С этим выступлением она заняла первое место на чемпионате Московской области, а заодно получила еще две золотых медали за выступления в паре и в тройке. Я занимаюсь спортивной аэробикой. Мне этот спорт очень нравится, потому что он очень интересный, красивый и много всего впечатляющего есть. И он необычный. Вместе с другими чемпионами Лола принимает участие в показательных выступлениях спортивного клуба. Среди гостей – депутат Совета депутатов Николай Кашников. По окончанию программы Лола вызвала Николая Александровича на баттл и предложила ему повторить акробатический трюк. Отказаться от такого предложения было невозможно. Ну, хорошо. Депутат поздравил спортсменов с заслуженной победой. Такими результатами действительно можно гордиться. На первенстве Московской области по спортивной аэробике химкинские спортсмены завоевали 12 наград. 7 золотых медалей, 2 серебряных и 3 бронзовых. В нашем городском округе спорту уделяется особое внимание. Существует множество программ и проектов, партийных в том числе, под руководством губернатора Московской области, главы городского округа, Совета депутатов, которые направлены на развитие и улучшение условий, в первую очередь, для занятия детских видов спорта. К первенству России ребята уже начали готовиться. Тренировки проходят 6 раз в неделю по 4 часа. И, как говорят тренеры, у наших спортсменов есть все шансы занять призовые места.